Интересно, может зайти два человека, например, вихрь? То есть Нет. они одновременно зайдут? Ну, вот Нет, одновременно заходит, один подлетает, другой остается ни с чем, блядь. И вот как я, бич, блядь, два ветерка забежал, и оба уже там кто-то успел. Они, походу, еще исчезают. Они исчезают только под конец, когда ты уже, типа, упадешь на пол. Нет, я тебе выбрал ветерок один, стоял около него, потом он исчез просто. Ну, это значит, кто-то его уже туда запрыгнул. Он сам не пропадает. Ну, и там надо, типа, под конец коста заходить. То есть зашел Нет, где-то на середине? Нет, какой, блядь, под начало, можно под середину. Я вообще в самом начале коста забежал, я пока парировал вниз. Он прокастовался. То в середине зашел, я умер. Походу, типа да, упал и под умер? Самое начало надо. Да. Ну, возможно, ей кинули косноязычную. Я не знаю, Локи пробовали кидать? Кстати, как косноязд, да, покидать на нее. Не, типа, если кидается косноязд, то да, где-то надо в середине коста успеть забежать. Сейчас я ему напишу, блядь, Левай. РБК. Ладно, он пока убивает, я пойду посуду помою. Пиздец. Может ну, быть, успею еду приготовить. Я тут. А что, чё стоим? Паралист взял. А его там долго не знаете? Не, 5 минут. Если там пару-тройку вайпов будет, может пойдем дальше там попробуем. Ну, поубиваем там хоть что-то полетать. Или до последнего будем этого тратить? Не знаю, сейчас просто. О, с ней, кстати, супер и хорошая стрелялка падает. А я вот сейчас чуть-чуть не понял. Ну, сейчас прошу, там, может, объясните. Вот когда каст идет... И просто забегаешь в ветерок и стоишь, правильно? Нет, запекаешь ветерок, тебя должно подкинуть вверх. То есть, ну как там, по полу идет каст, а ты должен в этот момент быть в воздухе. Ну как второй босс ТТГ.
На офи не играл? Не, я так какой, я играл этот. Включал, короче, был босс в этом, блядь. В какой-то, блядь, не помню, как он назывался. Там был какой-то босс. И там он тоже кастовал, короче, хуйню, и там надо было в ловушку забежать, чтобы тебя в воздух подкинуло. Короче, ты в воздух подлетал. Но там ты не замедлялся, и там падал, но каст проходил, тебя не убивало, ты приземлялся, тебя ХП отнимал из-за падения. Но ты живой оставался. Ну сейчас я вот, типа, ветерок забежал. Может, я как-то, не знаю, приканул. Вот, короче, звездочка, я оп, забегал ветерок, но мне и не подкинуло, но и не убило. Это второй раз. И там, кстати, такая же хуйня была, что если кто-то раньше тебя забежал в эту хуйню, наступил, то ты тоже, блядь, бибу посмотрел такой вид и обломался. И умер. Но там, видишь, там можно было засейвиться. Там прожаться. Ну, хотя бы 68 тысяч урона, у меня 30 тысяч хп. Если я нажму шевы, это примерно 10%. 10 и 60. Это в районе 70. Не, ну я под шоу выжил, у меня не должно быть. Ну, то же самое я думаю, если я сопротивление выпью и прожму ложный выпад. А если еще сейф в этот момент кто-то даст? Все, все тут, погнали. А Роман знает, что тут делать? Там вкратце объясните. Рома, это как второй босс ТТГ. Под тобой будет вспомниться ветерок. Я удивлюсь, если он не знает. Верно, знает. Короче, вот тут ветерки. От них отходи, в них не забегай. Когда тебе будут кричать каст, тебе надо будет забежать в какой-то ветерок. Но в один ветерок может забежать только один. То есть, если ты пройдешь сквозь ветерок, значит, с него кто-то уже забежал. Поэтому ищи себе ближайший ветерок. Ну, активируйте. Если что, без разницы, по какому боссу играть, это как на... Это как сестры. У них общее ХП, так что если ты можешь накинуть доты на обоих, то кидай. О, он все знает. Рави, смотри, ты где-то тут стоишь со мной. Бьем мы ведьму, да? На ней будет агро. На то пока стоит. На мистере. Вы как умерли? Дивное сияние. Уже вот это, когда темно. Каст. Молу, каст. Попробуй тучку прожать. Да, тучка пофиг. Можно тучку жать. Тут можно выйти, это там 60
1000 урона наносит она, ну, вроде типа ШВ, там, тучи. Тут, мне кажется, это все дело это рейдится. Баблами можно А рейдить. СС на синтеке есть, можно палиться. Ну, или продолжим травить. Сори за фон, блядь. Вот этот трэш его надо сливать быстрее, потому что он больно дамажит очень. Видишь, что стреляет? СНТ по поместьям просто ебало отрывает. Ну и боссов надо сводить, чтобы они рядом стояли, потому что, блядь, ну, они кливаются, это лишний урон, больше там надо. Дивное сияние, блядь. Что с вами двумя произошло? А? Что за Дивное дивное сияние? Тебя вообще в секунду убило, блядь, под щитом. создает чародейскую печать под текущей целью. А, Вы из такая никто не уешка. вышли. Ну, Здесь понятно. печать не убила. Она кидается под танком. От него дистанцию держать, от танка надо. Просто с печати выходить и все. Биг Че, Дэм как туда ширмы, освоим? так что вставай. Будем эти гадюки продавать каждый КД. Чтобы она падала, блядь, 100% не дропнет. Кушать рыбу. И босс, наверное, активировать можно. Все сели кушать. Блять, тапки крутанул, и у него выпала шипешная чарка. Это там нет, что там только на крестов чарки и падает. Мне эти тапки нужны. Да у меня как бы все, ТТГ все есть, все. Теперь остались чарки. Вот сейчас, ну на запах ладно, нормально. Надо ступни и пояс крутануть. Нормально. Локовская. Потом... А потом кисть еще это, короче, блять. Волшебник вернет мне нормальный цвет. Конечно, милая. Хотя это зеленое платье тебе к лицу. О, к нам друзья нагрянули. Нет у меня никаких друзей. Ну, кроме тебя, с черной печати не забывайте выходить. Он там через 3 секунды взрывается. Свети их вместе сейчас. Генши норовисти лужа на некромантике опять на некромантике на синтеке на шалфире. Сейчас скоро каз будет. Вот каз. он, каз, надо забегать. Все, ребят, Геншина подымите. Некромантику прохильте. Из лужи выходите. Сейчас вводит трэш, трэш надо заебашить очень быстро. Да ну нахуй, ну я не стоял в этой луже, блядь. Стоял, стоял. Убейте, давайте буду дальше анонсить. Трэш. На рависте.
Опять норовисти. На топе. Трэш, ну, трэш напуливаете, убиваете на Геншине. На Геншине. Каз, забегайте в ветерки. Или же сейвы свои жмите. Так, понял. Есть умер. На синтеке. На мистере. На синтеке. На синтеке. А трэш бьется или нет? На шалфире. Меня, блять, нахуй выкинуло. Трэш с каждым кастом ебашит, блять, по 7000. У трэша. Ну трэша дохуя хапа на себя. Я почти одну обезьянку бью. Сейчас будет каст скоро. Каст. Каст, сходите. А чё за хуйня, блядь? Два этих ветерка свободные. Что в один зашел нихуя, что во второй нихуя. Ну вот есть такая хуйня. О, блядь, нахуй опять выкинул. Я вот только не понимаю, что печати не взрываются. Я не понимаю, блядь, сука, я из нее вышел, блядь, стою прям с краешку. Ты на краешке стоял ее. Но я не в печати, блядь, стоял, сука, я стоял, блядь, рядом с ней. Ладно, Макс, а тебе есть, нету? Нет, я уже вставал. Меня, блядь, подкинуло, потом меня еще раз подкинуло. Ну, уже, вот видите, намного лучше, как бы. Вы же сами смотрите, в кого. Вы же видите, да, в кого кастует она такой? Я, короче, так понял, хоть ветерок, блядь, стоит, ему похуй, он, походу, реально пропадает, потом уже нельзя будет над ним подняться. Да вот, вот как кто там говорил, вот эту Эльнурио, короче, берем, бьем, вот все ее бьем, а Глудио, короче, берем это, запоминаем и все. Это что, если что-то от Ванкота кастует, сидит. Я тебя запомнил, блядь. Эльнурио, нахуй, Глудия, блядь. Я не знаю, я бегу в первый ветер, у меня его пиздят, я бегу во второй ветер, у меня его пиздят, я бегу в третий, у меня его пиздят, блядь. А я эти... умираю. Этих обезьянок можно таунтить, гриппать? Все слышали, Эльнурио. Пиздик дохуя. Ну типа под босса их и кливать. Таунт невосприимчивость. Вот как топ умер? Он же все знает. Так меня опустило, блядь, в эту войд-зону, блядь, сверху. А, опустило тебе, ну понятно. Я, блядь, взлетел под каст, блядь, упал в зону. Звучит пиздец. Вот это, блядь, сложный босс. Взлетел под каст, блядь, упал в зону, блядь. Меня опустило, блядь. Сука, страшные вещи, да? Все происходит. Там Мартинов добежал это. Монти. Упал в зону, нахуй. В зону отчуждения, знаете, в сталкере, блядь. Да, да, да. Упал в зону. И Сидорыч такой говорит, ты бы еще консервных банок насобирал. Тут, походу, нужен шаман, чтобы когда вот эти чудики выходят, Геру давать и под Герой, короче. Там есть вопрос, сколько раз они за бой выходят. Тебе не резать. Если один, то их можно зерганить, блядь. Если они будут постоянно выходить из... Ну, по 4 моба выходит первый раз, потом второй раз. Может, через пару... Видно, нет, написано, призывает троих помощников. То есть она за раз призывает 3. Себе на помощь. И вот один вот этот пес, блядь, кидает бросок мусора. У него прям скилл называется. Бросок мусора, блядь. Он мусор кидает. Он наносит 7700 урона. Ну, он не прям... таунтится, короче. Как на них огурно брать, я не знаю даже, что делать. Их вообще, по факту, стоит убивать? Потому что что-то мы били вроде все. Их там большое количество, блядь, лисается и все. А если вот этих славян твоих вот это орду призвать? Да я призывал, хули толку. Они не таунтятся, блин, я же говорю. У них огурно надо убирать. Да, они какие-то, блядь, эти... Ну, короче, это... Ну, они больно бьют, они больно бьют, вот смотри. Давай урон...
Давай во второго танка попробуем, чтобы он их собирал и под босса подводил. А если они не танк? А у нас Шалфир много ДПС дает, может поменяем? Получим его. Блять, он дохуя дает, сука. В смысле поменяем? Нихуя, ну, ну. Смотри, они... Так у тебя же этот шаман есть, Дианса, по-моему, твой что? Же? Что? Он голый. Ну, Гера, ебать. Ну вот смотри, смотри, бросок, Гера, мусора, бросок мусора не нахуярили по Шалфиру 175к. 133к по мистери, по синтеку нахуярили, 35 по геншину нахуярили, 31, а 35 по не этой, ну там уже мертвый. Ну давай вот, шаман они... это мало того, что гера, так это не еще и натурный резист. Блядь, без геру, блядь, убьем, просто давайте, шаман это 0 ДПС нахуй, без геры, тут и так ДПС. Половина мертвых лежит. Ладно. Воины всякие. Не-не, врависта тоже кидал 43к, накидал в тему. Знаешь как? Ну, если типа Хулидринг, значит, давай со стороны кружка мобов забирай, неистовство включишь ненадолго, подведешь под босса, ну там и пускай лучше не тебя пиздят. А со стороны ромбика пускай топа напуливает мобов на воина. И заклеиваем. Ишь, блядь, была одна задача, сейчас еще больше задач будет. Это уже дохуя задач, блядь. Натуре. Самое печальное. Зато будешь писать архивы на работе, будешь подписывать многозадачный. У нее еще, кстати, каз сбивается у этой, которая нормальная. Галинда, да, у нее каз сбивается. Да, потому что я два не могу, я один каждый вторую могу сбивать. А какой каз, который постоянно на касте? Да, который постоянно. Галина, блядь. Галина Бланка. Галя, жрать. Эльвира и Галина. Босс ебаная глина. Босс ебаная глина. На мистер их поставил. Так, на мне. Ага. Вынес. Я вижу, на некромантику кастует. И что из этого? Вот, я вышел, не стою в ней. Там походу... Мне ник показывает гамрир, что-то такое. На топе. Люкер мне вообще пишет. Да, пэт. Опять черная хуйня. А, пет. Оля. Это вихри близко сильно. На Шалфире. Я вот в один зайду, который близко, это мой. Это взорвется, сейчас отойди. Это я взрываю. Получается, я их активировать должен, не просто выходить. А если что, заходи. Кастует, забежали. Блять, я все пропали. Ебаные бичи, блять, нахуй. Натуре, Геншин. Даже воин не умер, блять. Так, идем. Геншина надо поднять, чтобы хилил. У меня КДМ. На топу. О, воскрес, нихуя. На некромантику. Трэш пошел. Нахуй. Блять. Так, ладно, я трэш ебаш. У этих у мусора касты сбиваются. Я не вижу, на кого кастует, потому что я бью трэш. Там на меня, вижу. Каст, так, магия. Каст. Блять. О. Ну типа, если на косте сдыхают по два тела, ну тут я хуй знает, надо, ну, чтобы да. Никто не сдыхал. Да сука, стоял рядом с вихрем, пошел бегать, блять, чтобы там была зона, блять, чтобы босса нормально бить, блять, и в итоге... Может, трэш будет раз появляться? Ну трэш, смотри, я их вот как три появилось. Они так три бегают или кого-то убили. Блять, я два раза нахуй в вихре умер. Что это за хуйня? Что-то мне кажется, что его надо на него забивать. Ну, забивать-то. На синтека, да, СС? И типа вот ее просто зергать. Я на синтека СС, пацаны. Я вот, смотри, трэш. Нет, только да. Они это... Бля... Вот смотри, сколько они опять накастовали. Мусор, бросок. А, вот еще появились. Ну, мы просто захлебнемся пока, да. Нахуй в этом трэше потом, ну надо убивать. Никак. Не, его не бьют. Так, не бьют. Мы не бьют. Мы бы убили, если бы никто не упал.
уже они бы лежали. Да, там, 30-40% осталось. Да, типа, вот две взлетки пройдете, и все, и босса там 10%. Так. Тактика опера гер. Ну, по сути, это как это. Ну, как второй босс ТТГ. Просто тоже надо как-то или на пружине, или что, я не знаю. Надо как-то сделать, чтобы мы на мне висели. Ну да, если они на тебе будут висеть. Здесь. Почему не работают некоторые вихри? Они, блядь, они ёбнуты или что? Попробуй, там, знаю, короче, какое-то время чумку, у вихря приходит, мор. И он, короче, не работает. А мы просто их вообще не будем бить, чтобы они на нас не бежали. У меня есть такая теория, что вот до первого взрыва, когда вихри появляются, и потом кастуется взрыв, когда все заходят в вихрь, если, ну, они зашли, и челики, короче, спускаются вниз после АОЕшки, надо те вихри, которые остались, активировать, ну, то есть зайти, и чтобы, ну, место было, если вдруг лишние вихри есть. Может быть, они потом, ну, становятся какие-то недееспособные. Не, вроде некоторые нормально не попадают. Всегда, который вихрь заходит. Какие во все заходил, всегда подкидывает нормально. Ну нет, я реально, я зашел в два вихря, на меня вот сейчас перед кастом последним на меня кинулся вихрь, меня он откинул, говорят, каст. Я забегаю в этот вихрь, он, блядь, не работает. И меня ты посмотрел, может там перед тобой кто-то еще забежал, его не, уже не, подкинул. Не-не-не, вот ровно на меня кинулся этот вихрь, да, я в него тут, сразу побежал. Есть тут баганые вихри, есть такое, что не подкидывают. Окей, блядь, им уже придется качать нахуй с тапками, пиздец. Тапки тут не взорвутся. Говнище ебаное. Ну, типа, у нас может не взлетать один раз, получается, паладин под баблу. ШП, я еще могу. Взлетать, ШП может не взлетать. Не пылить вот. Поздно, нахуй. Наверное, рога может подложена, плюс... Я пробовал сносит. Да. Вот, не, единственное, потому что я прослабил, если я ШВ нажму, попробую. Типа 70% уменьшения урона, я думаю, даже лучше. Ну хотя я могу еще раз пробнуть, конечно, но это опять же лишний вайп. Да не, ты не пробуй, надо. Если у тебя нету другого выхода. Угу. То есть я могу тоже взлететь и портом обратно. И главное самое, чтобы вот этой лужи, вот зоны не было в центре, а то ты можешь упасть и прямо в нее. Давайте нахуй, только бы быстрее как-то резаться. Вон рыба на этой стоит. Пиздец, все, я сейчас форум, короче, посмотрел. Вот. Там, короче, есть две темы. Одна, короче, 3 года назад, а другая 11 дней назад. Что там один тот же баг, они такие, мы посмотрим, что можно с этим сделать. Что типа, если... Вы подбрасываетесь ветерком, у вас кастует ветерок, вас откидывает вообще, типа, за зону, и вы умираете. А, нет, меня выкинуло за зону, но кинуло обратно в центр ТП-шный. Да, ТП-шит в центр. Меня тоже, ну, меня тоже ТП-шит, но меня, например, убивает. Там вот зона была, просто. А-а-а. Меня тоже кидало так раз. Вот поэтому я говорю, чтобы не было ее взрывать. Танк. А главное, чтоб она выпала, эта тринька, и больше сюда вообще не проходить. Да надо развиваться, нахуй, надо как-то, блядь, уметь все это исполнять, блядь. Нет, так-то босс интересный. Это же дохуя зависит от меня, персонально зайдет человек. Ну да, вот мистер с Геншем дохнут по КД, по-моему, да? Не по КД, не по КД. Да я сейчас умер, потому что рядом не было вот этих у меня ветерков. Я бежал до самого ближайшего, и то в него зашел. Короче, вы когда вихри появляются, нахуй, вот вы видите, вы их распределяете равномерно. Вот, допустим, кидается на ромбик, 2 раза подряд ты двигайся по кругу, под людьми, под каждым, чтобы вихрь был, потому что они стоят, дамажат, блядь. Вы должны как команда сыграть, блядь. А не так, 10 вихров слева стоят, а справа один вихрь, блядь. Ну, можно перебежать к ним же, подходишь. Вот а именно. Тоже,
неподходящая цель. Место репостов. На место репост. Моралист. Моралиста. Вот этот, который за нами в треугольнике, это мой вихрь, я в него буду заходить, если когда на топу простует. Ну, за милишниками, которые я имею. Каст. Заходим. Каст. Заходим. Опа, нахуй. Ну, криво расставили, потому что... Ну, как криво, нахуй. Так, ну, блядь, как? Вот смотри, криво, вот два вихря вот этих в кружке, зачем? Как до туда люди добегут? Говорю, да, ставьте да, равномерно да, по кругу. Да. Вот у вас конкретно... Норовись мне что добежать. У нас был фикси-фикси. Так потому что, ну, не несете вы по кругу, блядь. Ну, кастуется вихрь. Тот человек, который кастуется, он должен брать ситуацию и смотреть вокруг. Ага, вот в кружке три вихря, значит, надо побежать в ромбик, блядь, в сторону. И до того, как еще следующий выбрали цель, вы должны сместиться оттуда, где вихрь уже стоит, сука. Ладно, папа. Вот рядом с Равистом точно был ветерок. И... Ну, я так понял, короче, историю забежал ветерок, а Геншин нет, да? Сука, я не успею. О, я успел, нахуй. Хорош. Ладно, это все хорошо. Мне надо идти. Кому? Полидрин. Да пронос завтра. Так что эту хуйню, пока тут, блядь, 40 раз вайпнешься, пока научишься, блядь, статиком только фармить. А так, блядь, перебирать нахуй. Всем покедово. Давай. Давай. Ну чё, как будем поступим? Это мы уже без пана, уже слабее, блин. Ученица есть чё? Да, Джесс, я сейчас поступил. Сань, да ты разнись, я тебя саману. Ну вон и дыра. Блять, я хуй знает, дыра брать, не брать. Да, что-то. Блять. Бля, чё, дурак? А он не промах. Ты мазохист, я не знаю. Я надеюсь, Геншин просто релогается. Ну и из Дискорда тоже просто релогается.
Ухо. Говорит, у него интернет офнуло. Он с другого аккаунта пишет. Все получается, да? Совпадение. Потому что тут реально надо сидеть, блядь, часами вайпаться, блядь. Челики, чтоб хотели, блядь. А мы хотя бы это КД закроем? Ну, типа, смотри, зеля там, копыта. Завтра можем закрыть. Чтобы на печеньки. Ну, я только за, типа. Завтра во сколько? Либо за, после, я не буду РТ. Можно дырку. Блядь, а, это что, урон? Ну, походу, не знаем пока. Это вот, я это, лютый бич, меня с понедельника по среду не будет. Вот. Кстати, кто мне через двери ходить? Через релок. Кто может туда зайти? Куда? За сюда. Эту, за ширму? А, туда? Так там ничего нет. Или есть? Там вроде проход дальше, наверх куда-то. Может, пойдем за печеньками, все это, или все. Но у нас минус 2. Да, у нас минус 2, типа, даже минус 3, потому что топа, я так понял, все. Геншин, Равист. Ну, Равист, может быть, зайдет. Я дверь скипаю. А, видишь? А во мне уже можно завтра, не знаю, либо до РТ, либо после РТ. А как надо скипать? Надо с прыжком вперед бежать? Не, я просто бегу обычно. После я вряд ли буду вот до РТ, может быть, буду с 12. До РТ бы. Вы сегодня могли закрыть? После я завтра не буду, завтра целка РС, надо второе пронести нормально. Понедельник, вторник на работу. Днем. Часов 12. Блять, даже если не пройдем, можно, в принципе, в ЦЛК десятку пойти сегодня не может. Типа, там... Короче, я прошел сюда. Нужны. Прошел? А может демку включить? Ну и Равист он прошел. Я всегда скипаю все двери. Да у них на просто балкон вроде говно, выходишь. Поэтому вот они и прошли. Да стой, ты куда? Че? Я говорю, это... интернет хороший, вот и прошли. А у нас это плохой интернет. Угу. Это случайно не сразу подъем к молчу? Если так подумать? Нет, это не сразу к молчу. Да. Норовись, пройдись в инвизе. Это ты поднимешься на верхний этаж, потом ты выйдешь к ночной погибели просто. Открой карту просто. Это вот 22 уровень, это вы где находитесь? Вот вы находитесь на 22 уровне. Потом идет на 23 уровень. Вот оперный зал, это вот терраса мастера, где погибель. Понял. Это типа скип смотритель, я так понял. А нет, подождите, нет, смотритель дальше. Ну да, получается, просто по приколу. Ой. Короче, печально. Ой, как печально. Блять, выпей еще одну гадюку, еще.